Я вам уже немного рассказывал о работе этого плагина. Сейчас покажу буквально несколько примеров. Итак, напоминаю, что... Ну, давайте еще я вернусь вот к чему. Я вам в первом видео рассказывал, как устанавливаются и активируются шаблоны. По такому же принципу устанавливаются и активируются плагины. То есть тогда, когда вы возьмете у меня архив шаблона и плагинов, соответственно, у вас будет несколько способов активировать плагины. На странице раздел плагины, страница установленная. Вот, сюда добавляются плагины разными способами. Можно так добавить новый, можно здесь страницу нажать, добавить новый. Соответственно, с компьютера загружаете архивный файл в формате zip и потом нажимаете установить, и система предложит его активировать. После активации плагина Shortcode Ultimate у вас появится здесь вот страничка в разделе «Параметры», на которой вы можете посмотреть примеры всех шорткодов, и, соответственно, в режиме демонстрации каждый шорткод здесь есть. Ну, за исключением тут парочки, которые автор не давал демо. Значит, где еще вы можете использовать, скажем так, вариант добавления? То есть у вас здесь есть примеры для работы того или иного шорткода. И есть еще на страницах. Смотрите, на страницах и в записях. Например, давайте мы сейчас поработаем с главной страницы. То есть у нас есть какая-то главная страница, на которой есть слайдер. И вы захотите наверняка здесь написать какой-то текст для ваших клиентов, будущих читателей. Как это сделать с помощью шорткода? Давайте попробуем. Вот сейчас я удалю этот текст. Вот. Ну, могу не удалять, в принципе, так его сдвину чуть-чуть. Вот. Ставим курсор в текстовом редакторе, да, в визуальном разделе. Ставим курсор в нужное нам место. И здесь у нас есть вот такой вот значок, вставка шорткода. Нажимаем его. И здесь видим список наших шорткодов. Прежде чем вы попробуете это делать вот отсюда, вам, конечно, надо познакомиться с работой каждого, изучить их внимательно. То есть на это надо время. Вы прекрасно знаете, что чтобы чему-то научиться, надо учиться. Ну, давайте по порядку. Вот у нас есть стильный заголовок. Выбираем его. Здесь у нас есть два варианта стильного заголовка. Ну, допустим, под цифрой 1 оставляем. А здесь пишем: добро пожаловать. И после этого нажимаем кнопку «Вставить». Обратите внимание, у вас добавился текст «Добро пожаловать», который заключен в такие вот квадратные скобки с определенным коротким кодом. По-английски «short code». Теперь мы нажимаем «Обновить». Возвращаемся на главную. Выбираем «Обновить» и видим, у нас появился заголовок. Дальше. Ставим курсор и, к примеру, хотим добавить вкладки. Давайте их найдем. Вот у нас есть контейнер вкладок. Здесь тоже мы можем выбрать три варианта стиля. А здесь содержимое для них. Ну, давайте пока напишем тест. А здесь посмотрим, видите? У нас есть вот такой пример. Соответственно, здесь мы можем посмотреть настройки, перейти на страницу. Здесь мы можем какие-то цвета подобрать. А это мы можем пойти на форум поддержки разработчика. Вставляем. Вот смотрите, мы сделали одну вкладку. Вот сейчас, если я ее открою. То у нас будет всего-навсего... даже ни одной не хочет показывать. Давайте смотреть почему. Для того чтобы разобраться, давайте зайдем в шорткоды. Не закрывая редактируемую страницу, и посмотрим, что у нас здесь с вкладками. То есть у нас есть вот так еще вкладка имя, а потом идут вот такие вкладки. Давайте попробуем этот код взять отсюда, копировать. И зайдем сюда, удалим этот и вставим из примера.
теперь открываем главную, нажмем F5. Вот. И мы увидели, у нас появилась вкладка с каким-то именем и с каким-то текстом. Теперь давайте разбираться, что у нас здесь за что отвечает. Вот. Я вам предлагаю вот так вот поставить их. И тогда вам будет понятно, что к чему работает. Смотрите. У нас начинаются вкладки специального короткого кода tabs стиль 1. Потом идет первая вкладка, здесь ее заголовок. Здесь у нас есть какой-то текст, и эта вкладка закрывается. Обратите внимание, что закрытие одной вкладки – это слово tab. Закрытие всех вкладок – это слово tabs. Таким образом, вам нужно вот здесь вот скопировать и вставить еще раз. И вставить еще раз. А теперь берем мы вот так вот, смотрите, и пишем. Вкладка 1. Здесь, допустим, напишем текст для вкладки 1. Здесь пишем вкладка 2. Это у нас заголовки вкладок идут. А это текст. Текст для вкладки 2. Здесь пишем вкладка 3. Это заголовок ее. А это текст. Текст для вкладки 3. Теперь нажимаем обновить. Идем на главную. Нажимаем F5. И смотрим. У нас есть три вкладки с каким-то текстом. Согласитесь, что сложного ничего нет. Если вы хотите добавить какой-то разделитель, допустим, вот у нас есть разделитель с текстом вверх. То есть можно текст слова вверх ставить, это будет цифра 1, или не ставить, цифра 0. Добавляем, обновляем, перегружаем главную. И у нас появился какой-то разделитель текста, нажав на слово вверх, мы поднимаемся вверх. И так с каждым шорткодом. То есть он может быть здесь работает из вот этой вот позиции. Соответственно, вы здесь его выбираете. Стильная кнопка, к примеру. Или вы его выбираете на странице шорткодов. Вот, я думаю, что здесь даже проще. Потому что здесь мы можем всегда увидеть, что мы делаем. То есть вот у нас кнопка, к примеру, какая-то, да? Копируем код. Не хотим ее здесь вставить. И вставляем. Теперь давайте разбираться, что мы вставили. Во-первых, здесь у нас линк, ссылка. То есть, куда эта кнопка будет нас вести. Я вам уже приводил примеры, как можно эту ссылку найти. Допустим, мы хотим сейчас сделать кнопку, которая будет вести нас на эту страницу. Копировать ссылку. И вот здесь вместо решетки мы ее вставляем. Цвет. Цвет я вам тоже показывал, как выбирать. Кстати, насчет цвета могу вам дать такой пример. Заходим в Яндекс. Пишем. Красный. Цвет. Нажимаем Enter. У нас откроется вот такое вот, видите, специальная программулина, очень удобная, где можно выбрать какой-то цвет. И, к примеру, мы для нашей кнопки выбираем, ну, розовый или самон, или там оранжево-розовый. При выборе цвета, соответственно, здесь переключается, и мы видим вот здесь вот такой вот так называемый hex-код. Мы его выделяем, копируем, идем сюда на страничку, и вот здесь вот вместо B00, рядом с решеткой, обязательно решетка есть, мы ставим 6 символов, буквы или цифры. Дальше у нас идет размер. Размер может быть маленький, средний и большой. Маленький 1, средний 2, большой 3. Ну, давайте оставим. Стили у нас то же самое, должно быть, по-моему, 3 варианта. Вот здесь вот все варианты есть, видите. Размер кнопки, ага, размер может даже больше быть, до 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Стиль фона может быть 5 вариантов. То есть я советую вам пробовать. Темный цвет текста, dark 0 или 1 и так далее, и так далее. Радиус углов. То есть вот эти все дополнительные поля можно здесь посмотреть и, соответственно, здесь их добавить.
color, size, style, dark, square, icon, то есть иконка. Откуда ее брать? У вас есть папка шаблона. Я вам в эту папку накидал, по-моему, все эти картинки. А, не накидал. Они у вас должны быть в плагине. Давайте посмотрим. Так, где у нас этот шорткод Ultimate Images? И вот у нас есть тут... так, сейчас я гляну, где это. Какую-то кнопочку использовать, рисунок можно использовать. Ну, допустим, даже отсюда. То есть он где-то есть. Давайте мы его найдем. Link Style, Shortcut Ultimates, Link Style, папка Images. Ну, давайте смотреть. Так, плагин в слайдер. Shortcut Images, List Style, как он там у нас? List Style Guard. List Style Guard. Вот у нас идет ссылка на эту картинку. То есть мы ее берем вот так вот, копируем, открываем здесь, и вот здесь вот мы сейчас это вставим. Ставим вот так, а здесь еще мы добавим http точка двоеточие два слэша www. info.ru/. Вот мы поставили ссылку. А здесь какой-то текст на кнопке, который мы можем написать, допустим, подробнее. Вот у нас готова кнопка. Давайте проверим. Перегружаемся. Ага, два раза подробнее. Я это уже проходил. Почему, не знаю. Ее вырежем и зайдем через HTML, и вот через HTML мы ее вставим, а здесь напишем подробнее. Смотрим страницы. Здесь у меня уже такая была проблема, я ее как-то решил, а как не помню. Так, давайте смотреть кнопки. Вот здесь вот кнопка нормально идет. Там, по-моему, что-то было с ссылками. Так, size dark, dark 0, radius auto, стиль 1.2.
здесь какой-то сбой идет. Вот. Видимо, связан с выводом картинки. То есть картинку не получается вывести, но вот кнопка выглядит вот таким образом. То есть здесь вот стиль 1, 2, 3. Давайте поменяем еще раз цвет. Понятно, что к каждой кнопке надо привыкнуть, точнее, к каждому плагину и его работе надо иметь привычку. Вот, поэтому здесь может что-то работать, что-то не работать. Причины я не знаю. Как бы за плагины я не отвечаю. Плагины вы можете использовать, можете не использовать. Это, как говорится, дело ваше. Дело вкуса. Size — это размер. А вот стиль почему не хочет работать, я понять не могу. Так, стиль у нас 5. Ну, в принципе, работает. То есть, вот вы видите, да, ссылка сработала, мы перешли по кнопке, куда мы хотели. Итак, вам надо просто разбираться с этим каждым, скажем, шорткодом. То есть какие-то, может быть, будут работать корректно, какие-то, может быть, не будут работать корректно. Вот. Я вижу, вы там пробовали, добавляли уже на некоторых страницах блоки. Вот. Здесь я вижу есть, здесь я вижу есть. То есть все это методом тыка, и, соответственно, вот есть пример. Вот. То же самое, что, допустим, вот пару слов скажу о видео. Так, видео, медиа, вот. То есть здесь есть пример. Если вы хотите ссылку с YouTube, то она будет выглядеть вот таким образом, как здесь написано. То есть идет медиа, URL, потом идет ссылка на непосредственно файл. Вот. Если вы будете ложить, допустим, видео на сайте, вот у меня здесь я ложил какое-то видео. Сейчас, минутку. Так, тест 12. Я не помню, где я его пихал. А, я его загружал через Apple. Вот, вот где-то здесь у меня лежит видео, вот он. Вот, соответственно, вот здесь вот я его и добавлял. То есть вот у нас есть главное, допустим, вы хотите на главное добавить видео. Давайте попробуем. Вот, ниже кнопки, сейчас мы поставим разделитель, чтобы не мешали. Иногда, кстати, два соседних кода могут не работать. Вот, это проблемы с стилями. Видео. Так, ищем его, где оно у нас тут есть. Медиа. Так, выбираем, какое медиа, да. Вот у нас тут есть выбор. Ссылка на медиа. Ну и опять же я говорю, что если это у нас лежит уже где-то внутри, давайте его найдем. Вот, я загружал. Видите, у меня тут есть ссылка на какой-то MP4 файл. Вот он лежит. Вот я эту ссылку копирую. Так, возвращаюсь сюда, вставляю. Вот размер экрана, параметры плеера, автостарт, control bar. Ну, допустим, control bar поставил. Обновляем. Так, ждем, когда обновится страница. Открываем главную. И вот смотрим, здесь у нас добавлено видео, которое лежит на сайте. Вот. И так далее с каждым кодом. Я думаю, здесь с какими-то кодами разберетесь, с какими-то нет. Это такое дело. Вот. Я могу потом эти все шорт-коды, страницу всю передать. То есть вы будете видеть, какие коды здесь. Но это если хотите. Если нет, то будете пробовать сами. Соответственно, вот здесь вот есть такие вот скрытый текст. То есть это иногда красиво работает, иногда не очень красиво. Опять же, есть скрытый, есть текст, есть шорткод с подсвеченным текстом, есть шорткод вот с таким вот сервисом, вот, есть лента твитов. Вот, хотите использовать, используйте, как вам нравится. Ну, пока все.